Казахская клавиатура с латинскими буквами теперь во всех смартфонах и планшетах. На брифинге в службе центральных коммуникаций разработчики презентовали новое мобильное приложение по алфавиту «Казак Латин Кейборд». Для удобства пользователей создали и транслитерацию набора клавиатуры, то есть набранный текст на кириллице с помощью специальной программы автоматически будет переводиться на латинскую графику. Приложение уже доступно для скачивания. Представили на встрече и онлайн-портал resmiha.kz.